Вот приехали. Это Игорь Любовнов. О. Давай. Мир вам, Игнатий. С миром, с миром. Вот вчера только не хотел Никита отдавать Новокузнецк. Никита-то говорил, не хватит Евангелия. Я говорю, он нам всегда хватает. Вчера Никита жадовал, Новокузнецк не хотел отдавать. А я тут оставил немного. Ну, о, да, у тебя охрана-то какая. Ой-ой-ой. Глаза белые. Да, такая собака. Глаза-то белые. Ну, но кто тут глаза такой с белыми глазами? Но ну, собачка какая. Да она. Это карамелечка. Да главное, у нее внизу там сопливчик привязан. Да. Это специально показать, что она девочка. Чтобы не перепутали ребята-то эти, кобельки. Сразу оставить надо, да? Вот Господь дает. Вот надо узнать, кто это издает. Только за подвозку платится. Я думаю, уже несколько миллионов, наверное, экземпляров. Сколько лет везде развозим. Вот. 4 Евангелия всего. Ну, главное, крупный шрифт. И написано по благословению патриарха Кирилла. Вот в каждой пачке сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В каждой пачке сколько? 20 штук? По-разному, есть 10, а есть 20. Они есть толстые, а есть потоньше. Ну-ну. Не знаю, это раз, два, три. 4, 5. Ну, по 10. 3, 4, 5, 6, 7. 14, 15, 16, 17. 25, 30. По 10, 30. Уже здесь 300. Ну, около 500, наверное, привезли. 40, сейчас вот 40, экземпляров. 60, еще 20, 80. И еще. Это у нас сегодня 20, что? 15 апреля 2018 года. И еще столько же. 40. 220 штук здесь у нас. А где сейчас 40? А там внизу вон. Пачки-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А что не вытаскиваете? Куда-то надо везти? А мы завтра поедем на Благовестие. 12 пачек по 20 штук. Мы завтра на Спартак, а Сергей с Никитой в другое место поедут. Они на кладбище хотят ехать. А завтра-то что? Пока праздник мертвым? Ну да, праздник. Праздник мертвецов. Так что это самое. Я говорю, я на кладбище не поеду. Так далеко, говорю, деньги только тратить. Никита как возмутился. Ты что, чужие деньги считаешь? Я говорю, ну Сергей Павлович богатый, пускай едет туда. А у нас на Спартаке будет людей много. Нет, они на силикатах. Доехало все благополучно, поклон шлет это. А, слава Христу. В Леске. Что-то это, сурлум. Послушал, говорит, как меня провожали, говорит, и опять я в Леске влезла, куда не надо. Над собой работать надо. В чужой разговор, говорит, вмешалась. Это когда с Надеждой Васильевной? Да. Они там начали. Нет, когда прощались, тут отдельно было. Утешение какое. Язык высунуло. Ну что, давай запираться. Сейчас я выйду, ага. А что? Что? Ну все. Все нормально. Все, закрываю. Давай. Ну тут мы живем. Едут люди. Ну все, закирай, запирай. Ну что тут показать? Тут сегодня, когда привозили дрова, много было щепы. Ну, в одно место сваливали. Солнце прям светит, осветит. Ну и поднимемся. Снег все еще лежит. Вот пока Володи не было, я ломиком расковырял.
перетащил на эту сторону. И ты ж как ломик, у нас все есть. Вот такая щепа. Подсохнет сейчас. Это только раскидал вот оно. Я взрыл лом большой. На дыбы. А тут вот пласты земли оказались на это перед входом в туалет. Вытащил, тоже подтянул. Ну, хоть маленько что-то делать. В городе скучно жить, ничего нету. Это у меня голубям большой тазик. Вот они купаются здесь. Это несмотря на них круглая. Вот она какая, продолговатый тазик-то. Это с той стороны. О, это у меня здесь дикари. Два дикаря живут. Настоящие дикари. О, как блестит. Она сидит, а он здесь, кажется, клинья бьет другим голубкам. Но они на него не смотрят. Вон он где. Залетает домой, как тут и надо. У меня немного голубей тут, 15 только. А может, 10 даже осталось. Вон он хозяйничает. Это я уже под это стою, около лестницы. Вот так. Вот так. А тут почти все растаяло. Перед самым домом. Как Господь все дает, удивительно все. Я вот гляжу, какая тут у меня ель, огромная, высокая. Но это еще не все, она выше березы. Я тут не садил. Мне все это досталось по судебным делам. 11 лет шел суд, что у меня изъяли, когда меня арестовали. И вот как Бог дал. Думал, квадратных метров 50 тогда дали бы, чтобы... А оказалось, дали не 50 метров, а 226. Вот все Бог предусмотрел. Вот у меня тут 5 складов, что увезти. Вот дров сколько привезли из деревни. Ну все. Вот только подумаешь, все есть. О, а это чужой голубь прилетел. Запачканный или что-то. Сейчас я ему брошу семечек. Ну-ка иди сюда, гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Вот она где. Гуля, 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 скорее, скорее. Гуля, 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 гуля. Ну-ка, скорее. Вот они где. Ну-ка. Гуля, гуля, гуля. Ой, какой он. Он бежит беленький. Дубоносик. А ладно, закрывай, ухожу я. Все разные.